27 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание антитеррористической комиссии в Тверской области. Участники обсудили вопросы антитеррористической защищенности, обеспечения профилактики и безопасности в образовательных учреждениях региона в преддверии школьных занятий и непосредственно в День знаний. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу организовать взаимодействие всех структур, заблаговременно провести работу систем безопасности, усилить меры профилактики образовательных учреждений. В преддверии начала учебного года были проведены комиссионные проверки всех учреждений, в том числе эксперты оценивали работу систем пожарной сигнализации, наличие средств пожаротушения, средств видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова охранных структур. В настоящее время все учреждения образования оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации. В каждом здании обеспечена охрана. Продолжается программа по установке систем видеонаблюдения. Сейчас камерами оборудовано 90% школ, более 86% детских садов, 94% колледжей. Разработка и реализация дополнительных мер профилактических по воспитанию молодежи, неприятие экстремистских идей и умение противостоять социально опасному проявлению как терроризм. Это очень важная задача, и она, конечно, решается, но только на системной основе. На заседании также обсуждалась актуализация паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса Верхневолжья и другие вопросы.